Пресвитерианская церковь Соединенных Штатов, самая большая американская пресвитерианская конфессия, проголосовала за одобрение однополых браков. Церковные лидеры внесли изменения в свою конституцию, где теперь записано, что браком считается союз двух человек, а не исключительно союз между мужчиной и женщиной. Подавляющее большинство, 429 против 175 церковных лидеров, проголосовали за изменение определения брака. Но прежде чем это станет официальной политикой церкви, это решение должны утвердить региональные церковные органы. 371 голос против 238 был отдан за разрешение священникам проводить однополые свадебные церемонии. Это решение стало следствием решения 2011 года, позволяющего рукополагать священников-гомосексуалистов. Но до недавнего времени они не могли проводить свадебные церемонии для гомосексуалистов. Многие консервативные члены Пресвитерианской церкви выразили свое разочарование голосованием и решением Генеральной Ассамблеи Церкви. А также другие церкви пресвитерианского направления категорически против легализации и поддержки однополых браков. Пресвитерианская правозащитная организация Presbyterian Law Community выпустила заявление, в котором предупреждает о том, что церковь отворачивается от Бога.